Напиши ее. Какой формы оно серое? Ну, как бы такая сетка в кучу, так как бы собрана такая. Серая сетка в кучу, да? Да. Угу. Она как бы бережет, но мне во вред идет. Она это понимает, что тебе во вред идет? Нет. Угу. Ну, после собрания, там, или собрание родительское должно быть, там, спрашивает, кто там, где родители, где работают и так далее. Угу. А кто спрашивает? Значит, говорю, там, мама воспитывает, отца нету. Ну, как бы там, наверное, одноклассники или еще кто-то как бы осуждает это или еще как. А как осуждают? Что они говорят там или как они? Как ты понимаешь, что они осуждают это? Что папы нету? Ну, смеются еще как-то. Смеются? Ну, что приходит? Детский сад, наверное, такая же ситуация. Угу. Что там происходит такого же? Ну, как бы нас учительница тоже ругала там. Мы там, ну, что-то за девочки мы подглядывали, и как там тоже было страшно, как бы, ну, как бы наругало, что вы такие плохие, сикие. Ругает тебя или еще кого-то? Да, еще как бы одного мальчика. Угу. За то, что за девочками подглядывали? Да, что вы там такие плохие. Там. Как увидишь? Это как бы я дома там. Вот, хотел встать, мама мне не давала, что-то там наругала на меня. Угу. Просто как бы было чувство такое бешеное во всем теле и страшно. И как бы я не знал, что... Ну, как бы, наверное, такая уже как паутина какая-то, вот как я говорил, как сетка, что-то такое как бы надлакивает. Это оно, да? Настало ли время остановить всю эту боль и страдания? Да. Да. Также высказывает все это воспитательница. Точности всю ту боль, которую она тебе там принесла, как она заставила. Слушайте, Владимир, вы любите своего сына Сергея? Да. Угу. Скажите ему все, что нужно сейчас. Ответьте ему по поводу того, почему вы не с мамой, почему вы не с ним. Все, что он должен услышать от вас, для того, чтобы он смог, наконец, вот именно повзрослеть, сейчас почувствовать вот эту вот мужественность внутри, и смог простить вас. Если его энергия идет, он... классно себя чувствует. Угу. И начинаешь размышлять, как ты себя там ощущаешь теперь? Теперь я себя чувствую там полноценно, классно, заинтересованно, с любопытством, с, как бы, с возбуждением. Угу. А если, допустим, у тебя что-то там не получится, то как там будет? Нормально, не буду ощущать этой проблемы. Угу. Или даже заинтересованность, как бы, что там любопытством будет. Угу. Супер. Я признаю, что теперь эти ситуации завершены для меня. Я признаю, что эти ситуации теперь завершены для меня. Я уже достаточно заплатил за это. Прощаясь внутрь себя, спроси, есть ли что-то, что будет тебе мешать реагировать по-новому? Спокойно, уверенно и комфортно там, где наши действия. Я признаю, что могу воспользоваться результатом всех изменений прямо сейчас. Я признаю, что могу воспользоваться результатом всех изменений. Хорошо, вдох, выдох. Ну что, как ты? Да, нормально, все классно, супер. Все отлично. Ну что, ты осознал, как у тебя там все это шло?